Это четвертый том телевизионной энциклопедии Петербурга. Знаете ли вы, что по одним сведениям Петр I очень любил играть в карты, а по другим, наоборот, их запрещал. А по третьим, всем запрещал, но сам играть любил. Так или иначе, но азартные игры в Петербурге, пока он был столицей, процветали всегда. Какая столица без азарта? Пик пришелся на пушкинское время. «Пиковая дама». Повесть Пушкина о страсти и азарте. Прототип самой пиковой дамы, старой графини, княгиня Наталья Голицына, жила в Петербурге вот в этом доме на Малой Морской. «Пиковая дама» — это художественное обобщение карточного опыта самого Александра Сергеевича Пушкина, который играл много. Первый сборник его стихов вовремя вообще не вышел, Пушкин проиграл рукопись. Экземплярами второй главы Евгения Онегина он заплатил карточный долг, четвертую главу опять проиграл. Но не только Пушкин играл. Прозаик Лев Толстой проиграл «Дом в Ясной Поляне». Поэт Некрасов за один вечер спустил 83 тысячи рублей, это несколько имений. В общем, в Петербурге начали вовсю играть при императрице Елизавете в 18 веке и продолжали. Итак, что это за игра, в которую играют в «Пиковой даме» и вообще в 19 веке играет весь Петербург? Игра на самом деле очень простая. Она называется «Фаро» или «Штос» или «Фараон» или «Банк». Играют, как правило, двое. Главное действующее лицо – банкомет. Не путать с банкоматом, но он тоже держит банк. Он сдает колоду. Очень часто шулер. Держу банк. Банкомет ставит 50 рублей на игру. Теперь очередь понтера, так называется игрок. Понтер ставит на карту. Какую? На туза пик. Но в фараоне или в банке масть не важна. Только значение карты. Итак, понтер поставил на туза. Ставлю на все. Это значит, понтер идет на весь банк, добавляя к 50 еще 50. Отсюда и выражение «ва-банк», «иду на банк». Теперь банкомет начинает сдавать карты, прокидывать талью налево и направо. Если первый попавшийся туз окажется слева от банкомета, побеждает понтер, юноша бледный с обзором горячим. Если справа, банкомет – прожженный игрок, часто шулер. 50 рублей выиграны банкометом. Колоды собираются и выбрасываются обязательно под стол после каждой прокинутой талии. Играют часами, ночами, сутками, выигрывая состояние, проигрывая фамильные драгоценности, крепостных девок, любимых жен и еще более любимых лошадей. Игра «Фараон» запрещена официально в имперском Петербурге, но все, кто может себе позволить, в нее играют. Далее в новой энциклопедии Петербурга смотрите. Б. П.Г. Главный рок-музыкант Советского Союза. И. Инженерный замок. Дом с привидениями. К. Кержаков. Молодой писатель и футболист. Н. Немцы в Петербурге. Алиса Фрейндлих о детстве и не только. С. Столыпин. Премьер-реформатор. Новая энциклопедия Петербурга. Том 4. Все началось с трупа. Повесился твой старый идиот. Как такое могло случиться? Нет, все началось с букета. Кто принес эти цветы? Нет, не так. Все началось со скандала. Я думаю, что кто-то очень хорошо нажился на моем фонде. Я узнаю, кто. А ты не думала, что Загорского могли убить? Все начинается с убийства. Как в старом детективе. Премьера. Скоро на НТВ. Столыпин Петр Аркадьевич. Самый популярный сегодня политик из времен царской России. Родственник поэта Лермонтова и полководца Суворова. Премьер-министр. Оценки Столыпина диаметральные. Великий реформатор, погромщик, потопивший страну в крови, обер-палач, спаситель России. Все правда. Столыпин начал аграрную реформу, которую по значению сравнивают с отменой крепостного права, резко двинул вперед экономику, он же раздавил первую революцию, виселицы получили название «Столыпинский галстук», а тюремные вагоны называют «Столыпин» до сих пор. Сделал феноменальную карьеру. За 3 года из провинциального чиновника в премьер-министра. Единственная память о Столыпине в Петербурге – вот эта гранитная стела со следами давно украденной бронзы. Стела стоит на Аптекарском острове на берегу одного из Невских рукавов.
Когда-то здесь, в начале 20 века, стояла дача Министерства внутренних дел. И свое первое петербургское лето в 906 году Столыпин жил именно на этой даче. 12 августа террористы «Камикадзе» под видом жандармов привезли сюда бомбу в 19 килограммов весом. Погибли 32 человека. Столыпина спас случай. Ранены его дети. Аркадий, 2 лет, и 15-летняя Наталья, которая останется калекой. Дачу не восстанавливали. Всего на Столыпина покушались 5 раз. Последний раз удачно. В сентябре 2011 года в Киеве. Это сделал Мортко Багров, выходец из очень богатой еврейской семьи. Столыпин умер там же, в Киеве, 5 сентября 2011 года. На руках у своей жены Ольги, с которой прожил 27 лет. Единственная киносъемка Столыпина – это съемка мертвого Столыпина. В Петербурге сегодня о нем не напоминает ничто. Кержаков Александр, нападающий питерского «Зенита». Лучший футболист среди русских писателей. Лучший писатель среди русских футболистов. Родился в 82 году. К 2003 году сыграл за сборную 8 матчей, забил 3 мяча, выпустил одну книгу. Мемуары. До 16 и старше. 93 страницы. К концу карьеры, видимо, выпустит полное собрание сочинений в 11 метрах. Томах. Анекдот от издателя. Когда 100 лет назад Государственная Дума заседала в Петербурге, а не в Москве, какие в ней встречались персонажи? Вот, например, Владимир Пулишкевич, крайне правый депутат от Курской губернии. Коренастый, лысая голова, наглый. Он такие фокусы себе позволял. 1 мая. Левые депутаты по случаю Дня трудящихся приходят с красными гвоздиками в петлице. А Пулишкевич, он же правый, приходит с красной гвоздикой, пардон, в ширинке. Его просят немедленно покинуть зал, он отказывается, и тогда его охранники выносят на руках к его же собственной радости. Жириновский отдыхает. Немцы в Петербурге. Они вообще самые активные его созидатели. Петербург – немецкий город, даже назван по-немецки. Санкт-Петербург, город Святого Петра. А первая немецкая церковь – 1703 год, прямо на территории Петропавловской крепости. Недавно сгоревшая немецкая церковь Святой Анны – Анненкирхе. А за ней школа при церкви – Анненшуле. По сторонам две улицы. Одна Кирочная от Кирха, а другая Фурштадтская. Все немецкие названия. А была и, собственно, немецкая улица, и немецкая Слобода. И были сотни немцев. Фельдмаршал Миних, художник Брюлов, премьер-министр Витте, мореплаватель Крузенштерн, ювелир Фаберже, даже отец русского спорта Лесгофт тоже был немец. Все русские цари, начиная с Петра III, были больше немцы, чем русские. У последнего Николая II вообще была 1/128 часть русской крови. Немцы живут в Питере хорошо вплоть до 20 века. А потом Первая мировая война с немцами и Вторая с немцами. Кто уехал, кто выслан, кто расстрелян. Сегодня в Питере очень мало немцев, но есть. Самая известная петербургская немка – королева сцены Алиса Фрейндлих, коренная ленинградка. Ее предки – стеклодувы, выписанные из Германии Екатериной II, тоже, естественно, немкой. В память о них у Алисы Фрейндлих эти два стеклянных шара с монограммами – Александр Зейц. Свое ленинградское детство немка Фрейндлих провела в доме на набережной Мойке. До революции в этом доме был магазин с простым и понятным названием – «Изящная обувь Фрейндлих». До войны все было нормально. Никаких репрессий, во всяком случае, мне ничего не известно по этому поводу. А вот во время войны уже здорово пощипали всех. Папин брат был расстрелян, его жена тоже. Бабушка и ее сестры, и мои тетки, сестры и братья моего отца, все были сосланы в Сибирь. Всю блокаду Алиса Бруновна Фрейндлих прожила в Ленинграде, в этом доме на втором этаже. О том, что она немка, живет в осажденном немцами городе, маленькая девочка не задумывалась. Мы выходили во двор сюда или спускались на замерзшую мойку.
вот под окнами, и разгребали немножко верхний слой снега, и оттуда доставали чистый снег, приносили его в ведре, таяли, вот на нем и готовили, и мылись, и бабушка очень следила за тем, чтобы мы все-таки сохраняли какой-то облик человеческий. Алиса Фрейндлих, 22 года, была примой театра имени Ленсовета, которым руководил ее муж Игорь Владимиров. Весь город ходил в театр на Алису, особенно на культовый спектакль «Люди и страсти». Аксель, ты пришел. Я знала, что ты придешь, ты чувствовала, что я не переставала думать. Фрейндлих живет театром 24 часа в сутки, без преувеличения, и даже сны у нее театральные. Слышу по трансляции, что моя реплика приближается, я должна быть на сцене, а я стою совершенно голый, не могу найти ни чулок, ни туфель. Если нахожу туфли, то они обязательно не лезут. Платье беру, но оно не то, и я не успеваю на сцену, не успеваю. И так мечусь по грим-уборной раздетой. Алиса не любит журналистов, очень редко дает интервью, крайне редко посещает модные тусовки, застенчива и суеверна. Утро начинает кофе и сигаретой. В свободное время играет в карты, в джин и в кинга, а в рабочее время играет в БДТ. Мечтает сыграть Гамлета, принца датского. Да-да, соответствующий опыт имеется. Спектакль «Люди и страсти», роль Уриэля Акосты. Не в состоянии, мы жаждем сбросить старое ярмо. «Суеверия Петербурга». Смотрите внимательно, и Питер гарантирует вам целый набор радостей. Женишься? Бери невесту и хватайся за большие пальцы ног у атлантов. Очень помогает. Жена будет молчаливая. Надо денег? Иди к Петру, работай Шемякина. Хватай за левый мизинец. Березовским не станешь, но кое-что заработаешь. Надо сдать экзамен? Иди к инженерному замку, к другому памятнику Петру. Три пятку моряка на барельефе. Видишь, как блестит? Это значит, что в Питере все студенты-отличники. А как же? Культурная столица. Карл Була, или Карл Великолепный, первейший фотожурналист России, летописец Петербурга рубежа 19-20 века. Творческое наследие фантастическое. 100 тысяч негативов, в основном на стеклянных пластинах. Була снимает всюду и всегда, много печатается. Петербург столетней давности, который мы видим на фотографиях, это почти всегда Карл Була. Андрей Петров, главный композитор Советского Союза. Его самое первое музыкальное произведение. Смотри «Седьмой том» новой энциклопедии Петербурга. Инженерный замок, или Михайловский, любимый дворец императора Павла I, самый мистический дворец Петербурга. Павел взошел на престол в 1796 году. Он мнителен, очень боится покушений и, в общем, не напрасно. Он строит для себя не дворец, а крепость. Замок со всех сторон окружен водой. Цепной мост по ночам поднимает. Вооруженная охрана дежурит круглосуточно. Все зря. Роковая для Павла цифра 4. 40 лет. Павел ждет своего восшествия на престол. 4 года, 4 месяца и 4 дня Павел правит. 4 года почти без перерыва, днем и ночью строится дворец. 40 дней, неполных 40 дней Павел успевает прожить в новой резиденции. И, наконец, самое странное и самое мистическое совпадение. Вот надпись на фризе. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Если посчитать, в этой надписи 47 знаков. Российского императора и самодержца Павла I убили на 47-м году жизни.
Ему, кстати, такую судьбу предсказывала петербургская юродивая Ксения Блаженная. Но ей никто не верил, а зря. Сразу после убийства в коридорах поселился призрак императора Павла. Говорят, он иногда появляется в коридорах замка и сейчас. Менделеев Дмитрий Иванович, величайший ученый, создатель периодической системы химических элементов, создатель и начальник Российской палаты мера весов. Там работал, жил и хранил эталоны. Квартира скромная, кабинет крошечный. Вот эталон единицы российского времени 100 лет назад. Главные часы Российской империи, фирма «Рифлер», заказаны лично Менделеевым. Точность хода 100 лет назад, 0,01 секунды в сутки. В 1865 году Менделеев совершает научный подвиг, но это все знают. Пишет диссертацию о соединении спирта с водою. Главная формула – 5 строчек и 30 членов. Некоторые даже считают ее формулой русской водки. Характер Менделеева резкий, неуживчивый. Возможно, за это его никогда не избрали академиком. Но самое интересное – хобби Менделеева. Отдыхая от создания системы Менделеева, Менделеев обожал делать, да, чемоданы. Делал чудесные чемоданы. Однажды Менделеев зашел в лавку, торговавшую всем необходимым для чемоданного дела на втором этаже гостиного двора, и копался среди кусков кожи, выбирал. Вдруг за спиной слышит разговор, кто-то спрашивает приказчика: а что это за человек волосатый, бородатый тут? Да что вы, ответил приказчик, таких людей надо знать в лицо, это же чемоданных дел мастер Менделеев. Блокада. 1941-1944. Вспоминают свидетели. А самое страшное, это вот когда меня первый раз хотели съесть. Смотри 5-й том новой энциклопедии. Охтинский мост через Неву, он же мост Петра Великого. Шедевр модерна и самый скандально загадочный мост. В 910 году на стройке найден бивень мамонта весом 5 кило. Тут же украден десятником. В 911 году на стройке найден перерасход денег и ревизии на 5,5 миллионов золотом. Ну там откаты, приписки. Виновник не найден. Но городской голова почему-то подал в отставку. Не посадили. На открытии в 911 году гигантская толпа, 50 тысяч народу. Причина проста. По легенде, одна из заклепок моста из чистого золота. Вот и ковыряли. Ковыряют до сих пор. Мост пока стоит. Смотрите подробнее. «Мосты Петербурга» в 8-й серии новой энциклопедии. Николай I. Памятник на Исаакиевской площади. Единственная в мире конная статуя на 2 точках опоры. Даже большевики пожалели раритет. Говорят, они хотели вместо царя посадить на коня Буденного, тоже с усами. Но передумали. Вдруг Буденный не удержится на 2 точках и упадет на 5-ю. Неловко. Так царя и оставили. В этом 50-летнем интеллигенте не сразу и узреешь главного тусовщика и рок-музыканта Советского Союза. Просто БГ. Родился и вырос в Питере, в детстве учился хорошо, не дрался. Били редко. Хороший мальчик из хорошей семьи, но, может быть, с некоторыми странными склонностями. Что вы имеете? Музыка, длинные волосы, ну, да все как положено. Рваные джинсы. Выучившись, хороший мальчик работал научным сотрудником Института социальных исследований, а когда выгнали, работал сторожем и 8 лет охранял различные советские учреждения. Но люди шли в сторожа не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы к ним не привязывались менты. Потому что по тем временам, опять-таки, не работать было государственным преступлением. Нужно было где-то числиться. А жил я, в общем, бутылки сдавал, и как-то мы жили. У Петербурга в 2003 году юбилей. И у Гребенщикова, всю жизнь прожившего в Петербурге, тоже юбилей. 50. С ума сойти. БГ 50 лет. Из них в рок-н-ролле больше 30.
Они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Первое место, где мы репетировали, было под Ленинградом, в Зеленогорске. Почему, не спрашивайте, для меня глубочайшая тайна. То есть мы зачем-то 1:20 каждый вечер ездили зимой, с 72 на 73 год, в какую-то базу под Зеленогорском. Там еще пилили полчаса от поезда до этой базы. 2 часа там играли, потом оттуда уезжали, ехали обратно домой. Почему, я не знаю. Зеленогорск – это пригород, 50 километров от Питера. Дачи, пансионаты. Где-то здесь все и начиналось. Но где конкретно играли, Борис Борисович не помнит. Возраст. И выходили вот на этой остановке, переходили шоссе и шли сюда, в этот дом. Заходили, соответственно, и поднимались на второй этаж. И, так сказать, проводили свои музыкальные экзерсисы. А над всей землей горит звезда, ясная, как твой. Анатолий Гуницкий учился с БГ в одной школе и играл в первом составе «Аквариума». Он менее знаменит, чем Гребенщиков, и поэтому прекрасно все помнит. То, что на этом доме должна висеть соответствующая памятная доска, примерно вот такая, даже не обсуждается. Недоработка местных товарищей. Петербургский театр «Зазеркалье» для самых маленьких детишек. Уже почти никто не помнит, что здесь было раньше. Улица Рубинштейна, 13. Мекка неформальной жизни. Ленинградский рок-клуб. Портвейн. Какой? В основном портвейн. В районе Кавказа. Ну это измеряется все в литрах, в ящиках, в стаканах. На ящик бы денег не хватило. Но в итоге, наверное... К этому и подходил. Чем закусывали тогда ленинградские рокеры, я не знаю, 70-е, 80-е годы, когда больше закусывали? На такую мелочь никто не обращал внимания. Помилуйте. О рокерских тусовках на Рубинштейна 13 сегодня остались только воспоминания. Даже не верится, что когда-то этот дом трещал по швам от музыки и необузданной молодости. По этой трубе наиболее ушлые люди пытались залезть, и кому-то это удавалось. Потом, когда об этом стало известно, там уже стало не то, что охрана ставится, но как-то стали это контролировать. Но вот кто-то пытался залезать, потому что это была прямая дорога на второй этаж, а там уже 2 шага и в зал. А когда нет билетов, люди готовы были идти на все. Я умею читать в облаках имена тех, кто способен летать. В этом зале проходят самые первые громкие рок-фестивали. В этой ложе сидят самые разные ценители рока, в том числе искусствоведы в штатском. Но вслух об этом никто не говорит. Напротив, ленинградские рок-н-ролльщики заявляют, что их рок-клуб в стране самый крутой и самый независимый. И от госбезопасности, и от партии, и от комсомола. Теперь этот факт принято, об этом не упоминают, но 2 раза нас исключали. За то, что мы пели незалитованные песни. Так что рок-клуб был при этом абсолютно комсомольской организацией. И эти самые волосатые и бородатые, они тоже собирали подписи, голосовали, чтобы кто за то, чтобы исключить «Аквариум». Позволим себе прервать великого БГ. Не будем омрачать правдой, это романтическое время, 80-е годы, звездный час советского рок-н-ролла. Корюшка – это такая маленькая питерская рыбка. Все слышали, но не все пробовали. Это вот мерный экземпляр, да еще похоже с икрой. У нее минус, она ловится всего лишь месяц в году, в апреле, когда идет на нерест по Неве. В прежние времена в Питере на каждом углу в апреле продавалась корюшка, и весь город пах ею. А запах у нее не рыбы, а свежего огурца. И еще один плюс – корюшку не нужно чистить, у нее даже чешуи нету. Процесс приготовления по-ленинградски интеллигентен. Первое. Моем в холодной воде. Второе. Обваливаем в муке. Третье. Жарим на масле до нужной корочки. Четвертое. Интеллигентно по-ленинградски вкушаем. И запомните, ни в коем случае не потрошить. Если какой-нибудь питерский житель при вас начнет потрошить корешку, голову отрезать. Знаете, ни коренной не нравится. Лимитчик. We'll be right back.
Смотрите в пятом томе новой энциклопедии. На площади Комод, на Комоде Бегемот, на Бегемоте Обормот. Памятник Александру Третьему. Петербургский городок. Илья Олейников и Юрий Стоянов. Граф Тио. Отец электричества и первый петербургский вагоновожатый. Петербург Достоевского. Писатель жил по соседству со своими героями. Кирилл Лавров. Мэтр российской сцены считает работу артиста недостойной мужчины. Вы это увидите в пятом томе новой энциклопедии.